Оборвали виноград. Теперь это все давить будем. Каждую бубочку нужно будет раздавить. Вот. Беру понемногу ягод. Это сейчас все будем мять. И будем выливать вот сюда, в эту большую емкость. Хорошо, хорошо. Каждую бубочку нужно размять. Все, все хорошо переминаем. Высыпаем все сюда. Это тоже выливай сюда. И выливаем тоже сок. И снова понемножку набираю, чтобы все бубочки раздавить. Насыпаю сюда сахар. У меня здесь 2 килограмма сахара. Все хорошо сейчас перемешаю. Хорошо, хорошо растворяем сахар. И добавляю сюда 5 литров воды прямо из-под крана. Накроем и оставим здесь в комнате в тепле. Укроем, укутаем. Наливаю воду прямо из-под крана. Не кипяченая, ничего, просто вода из-под крана. Все размешала. Теперь накрываю, укутываю. Чтобы не мешало. Ну, где-нибудь под стол поставлю. Больше недели простояло наше вино. Закутанная в комнате, здесь прохладная, закутанная, чтобы в тепле нужно было, под столом здесь стояла, здесь под столом. И теперь я вот эту вот верхнюю, вот это вот, не знаю, как называется, короче, вот это я все вытаскиваю сюда. Отжимать не буду, оно просто стечет. А это вино перелью в банки. И оно будет дальше играть. По-хорошему нужно резиновую перчатку надеть. И видно будет, когда оно отыграет. Перчатка упадет, как говорится. Сейчас посмотрим, сколько у нас чего получилось. Но этот, в нос бьет, да, уже запах есть такой. Вы представляете, когда много всего делают, сколько вина получается. У нас где-то половина, ну, меньше, чем половина получилось. Добро, как говорится, не должно пропадать. Поставили банку, чтобы повыше было. Ну, отсюда, чтобы все-все-все отцедить, не выжимая, а просто чтобы отцедить. Теперь вот это я буду процеживать. Ваня, держи. Давай, давай. Сейчас она выскочит оттуда. Не выскочит, я держу. Цедим. Процеживаем. Цвет какой красивый. Так, ну вот, процедили мы. 4 банки получились, но не полные, да, все. Теперь сюда по-хорошему надо было резиновую перчатку, но... Сейчас 10:30 ночи, вечера. Где взять? Решили использовать целлофановые пакеты. Закрываем и натягиваем резинку. Вот так вот. Будем видеть, как оно будет играть.
потом покажу вам. Сейчас все так сделаю и уберу. Куда, наверное, в ту комнату уберем, да? Не здесь же будут. Ну, в комнате, не в холодильнике, ничего в комнате будет стоять это все. Везде воздух выпустила. Посмотрим, что покажет нам наш эксперимент. Использование целлофановых пакетов вместо резиновых перчаток. Все, убираем это. Давай, Иван Иванович, дегустировать потом будем. Пока что у нас идет процесс приготовления. Все, уносим. Вот в таком состоянии стоят мои баночки. Видите, надуто все. Это тоже. Это почему-то нет, я не знаю. Может быть, где-то дырочка здесь пропускала. Сейчас я это все процежу заново. Самый низ вон там осадок есть. Этот я осадок не буду трогать. Переложу в баночки и опять также накрою. Так, сняли одну. Теперь мне нужно аккуратно, запах какой, аккуратно перелить, стараясь не забалтывать осадок. Вообще для этих целей должна быть трубочка. Ну, трубочки нету. Вот без трубочки наливать. Так. Самый осадок не выливаю. Снова накрываю. Все процедила. Будем смотреть, что получится у нас. Друзья, ну вот настал тот день, когда мы процедили вино. У нас получилось 3, почти что 3-литровые банки. Вот такое красивое домашнее виноградное вино. К празднику готовы. Всем приятного аппетита, всем мира и добра. Всем желаем всего самого хорошего и пока-пока!